Иран и Евросоюз договорились о начале переговоров на высшем уровне. Глава европейской дипломатии Федерико Могерини, посетившая Тегеран, где встретилась с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой МИДа Мохаммадом Джавадом Зарифом, заявила, что снятие западных санкций с Ирана должно осуществляться параллельно с выполнением соглашения по иранской ядерной программе. Также она подчеркнула, что это соглашение призвано укрепить безопасность в регионе. В качестве моего личного вклада я хочу донести до всего этого региона, стран Персидского залива, Ближнего Востока, а также до всего международного сообщества и Европейского Союза, мысль, что это соглашение усилит безопасность, в первую очередь в этом регионе, поскольку это договор о нераспространении ядерного оружия. Это серьезное, хорошее соглашение. Корреспондент Евроньюс передает из Тегерана. Иран буквально стал дипломатическим перекрестком региона. На прошлой неделе вице-канцлер Германии, сегодня Федерико Могерини, завтра Лоран Фабиус. Все это показывает твердое намерение Ирана и Запада обеспечить выполнение соглашения, заключенного после долгих и изнурительных переговоров.